Белорусский государственный университет традиционно отмечает праздник Победы. Открыла цикл мероприятий Международная научная конференция исторического факультета «Великая Отечественная война в судьбе белорусского народа». Впервые она прошла в онлайн-формате и собрала около 70 участников из разных стран. Научная конференция, которая сегодня проходит в стенах исторического факультета, посвящена событиям Великой Отечественной войны. Это центральное событие научной жизни, общественной жизни нашей страны в этом году. Так сложилось, что с учетом нынешней ситуации мы вынуждены перевести эту конференцию онлайн. Это интересный опыт, и мы впервые воспользовались такой возможностью. Здесь будут представлены все университеты Беларуси, Институт истории и Академии наук, Национальный архив Республики Беларусь, Музей Великой Отечественной войны, а также наши партнеры, в первую очередь Российской Федерации, это исторический факультет Московского университета, коллеги из Киргизии, Таджикистана, все те историки из-за рубежа, которые откликнулись и чьи доклады включены в программу конференции. Организаторами мероприятия выступили исторические факультеты БГУ и МГУ имени Ломоносова. В центре внимания были вопросы сохранения исторической памяти. Праздничные мероприятия продолжились поздравлениями ветеранов. От университета они получили материальную помощь, продукты питания и средства индивидуальной защиты. Администрация БГУ и активисты БРСМ восстановили захоронение героя Советского Союза Владимира Каргузалова. Во время подготовки празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецких фашистских захватчиков был установлен один не совсем приятный для университета и для республики факт, что могила героя Советского Союза Владимира Леонидовича Каргузалова находится в несколько не совсем положенном состоянии в соответствии с проводимой и в университете, и в республике нашей такой политикой по наведению порядка на земле и памяти, историческая память. Историческим факультетом было обозначено, что ранее, при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, был на территории современного университетского городка, были боевые действия, погиб и был захоронен один из офицеров. В начале 50-х годов, 60-х, это место было знаковым. Его знали все студенты, все сотрудники университета, перед ним проводились массовые мероприятия. Затем состоялось перезахоронение на военное кладбище, со всеми почестями, безусловно, но в начале 90-х, в 2010-х годах, к сожалению, памятник был оставлен без присмотра. И только в этом году совместно с Белорусского республиканского союза молодежи, исторического факультета БРСМ, БГУ, памятник был восстановлен, почищен. И сейчас вы видите, что мы проводим дальнейшую работу уже по полному приведению памятника в соответствие. Особенно важно в этот юбилейный год Великой Победы восстанавливать историческую память, сохранять ее. И члены комитета Белорусского республиканского союза молодежи университета активно приняли данную акцию. Будем постоянно организовывать различные мероприятия, в том числе мемориальные, памяти Владимира Леонидовича. К сожалению, у него уже не осталось родственников здесь, в республике, но есть, скажем, наш актив, который всегда с большим почтением будет относиться к памяти о героях Великой Отечественной войны. 7 мая во внутреннем дворике прошла торжественная университетская акция в честь 75-летия Победы. К ней присоединился духовой оркестр МЧС, который на свежем воздухе исполнил известные военные песни. Ректор Андрей Король поздравил ветеранов, пожелал им здоровья, бодрости духа. Традиционно в память студентов и преподавателей БГУ, погибших во время Великой Отечественной войны, были возложены цветы к мемориальному знаку университета. Вдоль аллеи выстроилась выставка «Мы – наследники Победы». В этот же день с познавательной онлайн-лекцией университет объявил себя мобилизованным, выступил заведующий кафедрой истории России профессор Олег Яновский. Это было яркое и захватывающее выступление о страницах военной истории БГУ и о героях университета.